Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О событиях в городе и крае расскажем в ближайшие 15 минут. В студии Кристина Мельхова. Пришли на звук. Бийские подростки спасли новорожденных щенков. Красная дорожка и горячие темы. В Алтайском крае торжественно открыли Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Сладкий праздник. Сегодня во всем мире отмечают День торта. Сохраняйте билеты. В Бийске пассажиры трамваев смогут ездить с пересадками. С 22 по 24 июля при необходимости приобретенный в трамвае билет будет действителен без дополнительной оплаты на все пересадки внутри трамвайной маршрутной сети. Как сообщает муниципальное предприятие «Бийсгортранс», такой способ оплаты предусмотрели на несколько дней. Это связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети по улице Красноармейская в районе дома 189. Движение трамваев закроют на участке от улицы Маяковского до переулка Коммунарский в обе стороны. Добавим, что новое расписание будет действовать с 22 часов 21 июля до 24.00 24 июля. Маршрут и время движения электротранспорта можно уточнить на официальном сайте «Бийсгортранс». В ковидных госпиталях нашего региона могли использовать технический кислород. Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту сбыта фальсифицированных лекарственных средств. По данным ТОЛКа, речь может идти о поставках в ковидные госпитали региона технического кислорода вместо медицинского. Редакция телеканала направила запросы в Следком и Минздрав региона. В Следственном комитете коротко сообщили, что сейчас идет следствие по факту сбыта фальсифицированных препаратов. Подробности пока не раскрывают. В Минздраве ответили, что не располагают подобной информацией. Однако один из медиков, работавших в ковидном госпитале, косвенно подтвердил ТОЛКу, что факты применения немедицинского кислорода могли быть. Подвело зрение. В Бийске мошенница-гастролер подсовывала горожанам поддельные банкноты. Причем для того, чтобы обман удался, она выбирала пожилых бийчанок. Бийские полицейские задержали мошенницу, которая успела обмануть нескольких пенсионерок Наукограда. 38-летняя жительница Новосибирска подозревается в совершении серии мошенничеств. Предварительно установлено, что в Бийске задержанная знакомилась с пенсионерками во дворах многоквартирных домов. Ей удалось обмануть бдительность горожанок бытовой историей, которая может случиться с каждым. Мошенница представлялась соседкой, у которой захлопнулась входная дверь, поэтому ей якобы предстоит длительное ожидание. Потерпевшие из жалости пускали женщину к себе домой дождаться ключа. При этом, видимо, для того, чтобы войти в доверие к пожилым бийчанкам, мошенница во всех случаях говорила, что является медицинским работником. Во время беседы за чаем женщина не только интересовалась жизнью пенсионерок, но и рассказывала подробности своей жизни, которые в итоге являлись началом обманных действий. Так злоумышленница сетовала, что продала машину и получила много мелких денег, а это неудобно, и просила обменять их на более крупные купюры. Доверчивые бийчанки отдавали банкноты номиналом 5000 рублей, а взамен получали билеты банка приколов. С заявлениями трое жительниц Наукограда обратились в полицию. Правоохранители провели необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленницы. В настоящее время задержанная доставлена полицейскими из Новосибирска в Бийск и находится под подпиской о невыезде. Женщина полностью компенсировала материальный ущерб, который нанесла потерпевшим. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Одни выкидывают, другие выхаживают. Двое подростков в Бийске нашли в мусорном баке в районе улицы Огородной 56В новорожденных щенков. Мы шли после прогулки. Я слышу мяуканье. Сначала подумал, что это мяуканье.
Думал, кто-то либо застрял. Потом услышал второе, думал, где-то дерутся. Походил рядом, слышу, из мусорки что-то пищит. Смотрю в первую мусорку, а там под пакетом лежит комок. И он шевелится. Я его достал, мы его с другом развязали, и там было два щенята. Он прибежал, глаза большие, в шоке в полном. Мама, папа, на улицу быстрее. Крик стоял на весь двор просто вообще, как они пищат. Они были мокрые, холодные, просто ледяные. Мы их отогрели, помыли. Ну, до сих пор еще плачут, их надо к маме, какой-нибудь кормящей собаку надо. Ну, найти только с помощью вас, если. Бийчане начали выхаживать найденышей. Сейчас их кормят из шприца каждые 2 часа. Однако с помощью коровьего молока сделать это сложно. Такие крохи могут просто не выжить. Как рассказала Анастасия, они пробовали искать заменитель щенячьего молока. Однако ни в Бийске, ни в Барнауле, ни даже в Новосибирске его не нашли. Самый приемлемый вариант – найти кормящую собаку. Бийчане уже обращались в Общество защиты животных, но там сказали, что на данный момент таких нет. Отметим, что у щенков уже есть имена – Рекс и Буся. Пока они останутся в семье Калиниченко. Главное сейчас – сделать все возможное, чтобы щенки выжили. Если вы можете помочь, звоните по телефону, указанному на экране. Карьеру, наверное, маленькие, вообще прям. Вы смотрите информационную программу «Будни», и мы продолжаем. Красная дорожка и горячие темы. В Алтайском крае торжественно открыли Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Сладкий праздник. Сегодня во всем мире отмечают День торта. Финальная летняя ликвидация. В магазине «Ермак» скидка 40% на все куртки и ветровки. Митрофанова, 35, остановка вокзал. Они преодолели долгий путь. 50 детей из Донбасса приехали на Алтай для участия во второй образовательной смене, что организует Алтайский педуниверситет. Представители вуза, а также наша съемочная группа встречали гостей на перроне железнодорожного вокзала Барнаула. Флажки и теплые улыбки. Торжественная встреча под гимн университета. Его сотрудники постарались и принять тепло, и программу смены сделать увлекательной. Мы только приехали, у нас все хорошо, ждем будущее, как бы посмотреть город, впечатления оставить, отдыхать от обстановки. В целом все очень хорошо, нравится. Да, леса, поля очень, все красиво. Но ожидаю каких-нибудь конкурсов, возможно, поездок там туристических. Университетская смена – образовательный проект Министерства просвещения России для детей из Донбасса. Они в летнее время с июня по август разными группами на базе оздоровительных лагерей при ведущих вузах страны отдыхают, одновременно знакомясь с историей России через культуру отдельных регионов. В нашем крае для прибывших подготовили массу творческих мероприятий и познавательные экскурсии по красотам и историческим местам. У нас большое количество выездных экскурсий в село Полковниково, в мемориальный музей имени Германа Степановича Титова, в село Сроски на родину Василия Макаровича Шукшина, в Барнаульский зоопарк, в Барнаульский планетарий, в нашу обсерваторию. И это лишь часть насыщенной программы. Впереди 10 увлекательных дней смены. Вторая по счету и последняя в этом сезоне для детей из Донбасса официально стартовала сегодня на площадке педагогического университета. В следующем году, уверены организаторы, всероссийский проект продолжится. Алтайский край стал киностолицей России на несколько дней. В Барнауле накануне торжественно открыли Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Что в этом году в его повестке, какие темы поднимают представители киноиндустрии и кто из звездных гостей ступил на красную дорожку, расскажем далее. Даже на красной дорожке один из главных артистов этого фестиваля, Павел Деревянко, не остался без подарка. Ему зрители вручили книгу Василия Шукшина. До
дать волю творческую, в Барнаул приехали несколько десятков актеров, режиссеров, поэтов со всей России. На Алтае начался знаменитый Шукшинский кинофестиваль. Красный цвет, да. Калина красная, это настроение. Когда вижу губернаторов, артистов, такое ощущение, что весь Алтайский край включился в какое-то творчество, созидание. Впервые после начала пандемии фестиваль в привычном формате с гостями, дорожкой и ламповым просмотром киноработ. Открывает программу фильм «Мятный пряник» Андрея Карасова о том, как дети попадают в приют. Режиссер и сам был волонтером в детдомах и 6 лет готовил свое высказывание. Такого же явления, как детский дом, за рубежом практически нет. Оно есть только вот у нас в России, увы, к сожалению. Вот, но тенденция идет к сокращению. В моем фильме очень многие найдут что-то для себя, внутри нотки какие-то, то, что заденет, то, что затрепетнет, то, что заставит волноваться, и потом немножко после фильма думать. Один из исполнителей главных ролей в «Мятном прянике» Иван Кокорин тоже на Алтае. Мне кажется, Василий Николаевич Шукшин в сегодняшний день как никогда актуальный. По очень простой причине, потому что он любил человека. И вот захотелось рассказать о них и о других людях моего села. Мысль же такова. Это прекрасные люди. Красивые люди. Мне кажется, действительно, вот, чтобы понять его фильмы до конца, нужно приехать сюда и увидеть это все своими глазами. Игорь на красную дорожку вбежал. Говорит, настолько его напитал наш воздух. Он представляет картину «Межсезонье» о подростках, которые отстаивают свою любовь и правду перед всем миром. Нужно устроить революцию. Дверь открой! Все боятся. Кричат, что все плохо. Ходят на работу, которую ненавидят. Таких личностей, как Шукшин, сегодня в кинематографе очень не хватает. Но я уверен, что они появятся сейчас тоже такие сложные времена, в которые есть, в общем, возможность для того, чтобы себя проявить как-то. Каждый делает свой выбор, каждый должен вообще решать, как относиться к этому миру, к своей жизни, к тому, что ты несешь в этот мир. Фильмы будут идти в кинотеатрах Барнаула и Наукограда. В Бийске в пятницу пройдет встреча с Ириной Муравьевой, актрисой фильма «Москва слезам не верит». А сегодня в концертном зале «Сибирь» со всеми желающими пообщается актриса Олеся Судзиловская, которая неравнодушна к фигуре Шукшина. Первое – это стабильность. Мы всегда точно знаем, что можно и что нельзя, и это передадим детям. В этом мужчине с большой буквы это прекрасно видно и выражается. Это черта характера. И еще одна маленькая черта. Давайте нам друг другу, людям, мы все будем давать возможность на ошибку и возможность на искупление. Кинопрограмма и программа встреч продлится до конца недели. 23 июля в субботу все переместится на родину именитого земляка в Сростки, где и станут известны имена победителей 24-го Шукшинского фестиваля. Сегодня во всем мире отмечают День торта, а это повод узнать кухню самого сладкого бизнеса. Анастасия Наборщикова уже побывала там, где мечтает оказаться каждый ребенок. Подробности прямиком из кондитерской мастерской. Вы пока не видите, но скоро будет торт. 6 рук десерта пекут Юля и Марина. Галина – двигатель творческого процесса. Еще 5 лет назад она была руководителем отдела по персоналу. Когда я родила второго ребенка, я поняла, что возвращаться на работу я не хочу, а мне надо придумать себе дело, которым я буду зарабатывать себе сама. И это было решение именно сразу строить бизнес. То есть это не было хобби, которое переросло в бизнес. Сегодня у Галины свои постоянные клиенты. Рассказывают, что осенью бийчане и барнаульцы любят морковный торт с абрикосами и мандаринами. А зимой чаще берут ягодный пломбир. Кстати, москвичи тоже. Нас вызывали молодожены в Горно-Алтайск на дегустацию. Прилетали они из Москвы, а в Горно-Алтайск встречались с шефами, с поварами. То есть им надо везти торт за 250 километров. То есть и мы повезем. Вот уже скоро в августе повезем торт за Чимал. Мне важно сохранить индивидуальность. Вот как я говорила, что это торты должны быть для людей и о людях.
Поэтому нет цели сделать слишком много. Есть цель сделать хорошо, качественно. И, вот, там, и это взаправду. Во время съемки наш оператор Александр Антропов не удержался и слопал бисквит. А в это время Галина принимала уже новый заказ свадебного торта. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. Будни. И настало время рассказать о погоде. 21 июля в Бийске преимущественно пасмурно. Ветер слабый, его направление в течение дня будет меняться. Атмосферное давление низкое. Влажность воздуха утром и поздним вечером будет повышенной. Возможно, малая геомагнитная буря. И о температуре: ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 24, плюс 26 градусов. И это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск. Мой город», на YouTube, Рутубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Счастливо! Еще увидимся!